Здравия желаю. Сегодня, значит, ждем батарейки и будем последней проверки запускать надо, вот пока такая модель. Вот. На 200 мотор, на 600 генератор. Модель хорошая. Недостаток у него то, что надо КПД снижается из-за того, что надо возбуждать вот эту катушку. Видите? Сейчас попробуем запустить и промерим. Четыре лампочки он взял на выход. Может, надо лампочки убавить. Посмотрим сейчас. Чтобы было напряжение постабильнее. И поставим 1:10. 1/10 секунды. И 1 секунда. Так. Включаем. Закроем. Шум будет. Ну, еще раз повторяю. Это мотор крутит. А это как генератор. Но его надо возбуждать. Так. И будем считать по счетчику. Так, сейчас я открою. Счетчик онлайн. Вот он. Так. Счетчик онлайн открыл. Так. Ну что, будем запускать. Так. Где у нас на реле? Вот. На реле. Включаем реле. Включаем сразу это. Возбуждение. Не работает. Потому что не включена в сеть. Мерим, сколько это напряжение, вернее, сколько затраты, а потом померим напряжение. 1:10. Вот, затраты мерим. За сколько пройдет круг. А потом померим напряжение на выходе. Вот это приближается. Стоп. Так. Сейчас померим выходное. Значит, 83 и минимальная 60. 83-60. Так, это 1:10. А сколько потратили? Давайте запишем. 83 максимум, минимум 60 вольт выход. А сколько потратили? Тут, значит, у нас 64. Ну, 65 считайте, 65 секунд. Помножим на 300. Помножим на 300. Так, неправильно. 65. Помножим на 300. Делим на 3600. Итого. Значит,
1000 разделим на 5, 416. 184 ватта. Потребление 184 ватта по счетчику. Так. А сколько у нас на выход? Выход какой? Значит так. Первый выход 83. Замерим его. 20 разделим на 83. Так. Дальше. 400. 4 лампочки. 400 ватт на 220. Если подключить. Разделим на 2 и 65. 150. И сминусуем еще 20%, как напряжение заниженное. Еще на 20% сминусовать. То есть 30 где-то. Минус 30. 105. Ну, в общем, 150 минус 30, 120. Значит, первый раз 120 ватт выход. Так. А далее. По 60. Так. 400 разделим на 3, получится 109 и минус 20, 89. Так, минус 22 даже, 87 помножим на 10, 871. Так, 120 и 871. Так, плюс 120. 991 ватт на выходе. А потребляем 184. Но не забывайте, что у нас еще вот эта штука по 15 ватт. А она работает все время. Значит, 15 на 11 надо помножить. Так получается. Пятнадцать помножим на 11. Тьфу ты, черт. 15 помножим на 11. 165 и плюс 184. Плюс 184. 349 у нас, видите? 349 разделим на 991 разделим на 349. И помножим на 100. 283%. 283% КПД. Энергетическое КПД 283. А если мы будем, допустим, еще у нас машина будет, допустим, это вот так считаем, 83 разделим на 60. 1,38, да? 1,38. А тут у нас 184, но 120 ватт выходит, значит 64 ватта. Значит, 64 ватта затрачивается. Разделим на 1,38. 46 где-то еще. Помножим на 10. 463, и тут у нас плюс 991, 1454, вот. А тут у нас 184 плюс 165 затраты, 349. Это разделим, разделим на 349. Неправильно. Девятьсот семьдесят один плюс 460 и разделить на 349.
Помножим на 100. 410 общий КПД, а на энергию 283. Так. Вроде все нормально, но тут, видите, есть проблема в том, что оно мигает. То есть 83,60. 83,60. А давайте-то уменьшим лампочку. Давайте 3 лампочки попробуем. Что получится? Одну открутим. Может лучше будет, а может хуже. Сейчас увидим. Еще раз пересчитаем. На 3 лампочки попробуем. То есть то же самое, только 3 лампочки. Видите? Может меньше будет мигать. Так у нас придется на выход ставить устройство для этого стабилизации, чтобы заряжать батарейку. А так можно напрямую. Если там 100, если батареек 5 поставил по 12, 6 батареек заряжать, то не надо и никакого устройства этим же током напрямую. Но оно должно быть более-менее стабилизировано. Так, включаем опять. Включили время. А сейчас 3 лампочки. То есть меньше мигать. Сейчас посмотрим, сколько возьмет тока. И сколько это выход потом. А сейчас, видите, мигание меньше. Затухание меньше. Почти стабильно. Стоп. А теперь напряжение. Сейчас 94. 75. 94, 75. 94, 75. То есть напряжение выше, но колебания все равно есть. 28. 94, 75. Значит, 94 и 75. Запишем. А затраты? Затраты. 1,08, 1,09 считай. 69 секунд. 69 секунд круг прошел. 3,3 ватта. 69 помножим на 300. И разделим на 3600. 5,75. 1000. Разделим на 5,75. 173, 174. Так.
174, а тут, значит, 94,75. Так. Считаем. Считаем 220 разделить на 94. Так. 300 тут разделим на 3. 34. 89 и минус 20 где-то. 70, короче, 59,8. 70. Первый выход 70. Вот. А там 120 был. Потому что тут 4 лампочки, а тут 3. Можно пересчитать. 220 разделить на 94. Так, 300 разделить на 2, 34. 128, неправильно посчитано. 128. Ну, в общем, 100 минус там 120. Первый выход, а второй 200. 20 разделим на 75. 2,93. Так. 300 разделим на 2,93. 102 и минус 20. Это 80. А второй выход 80. Но 10 раз 80 помножить на 10. 800. 800 плюс 100. 900. А затраты 174 плюс 165. 174 и плюс 165. 339. 900 разделим на 339. Даже меньше. КПД меньше. 2,65. Так что, а также на 20 вольт падает. Поэтому смысла нет, можно даже 5 поставить. Ну, эта вот система такая готова. Получается, у ней выход будет всего так, 120. Сто ватт, как бы, единицу времени, но в итоге получается 900, потому что она, то есть по времени получится больше, а так 100 ватт. Поэтому надо, чтобы это был выход больше, надо больше двигатель применять. То есть и купить магнитный. Вот это на 600, а надо, значит, примерно на 1,5 киловатта. Там выход будет больше, а пропорции сохранятся. Может и этот больше поставить, который ведущий. Ну, этот на 600 поставить будет, он его будет тянуть-то не на 200, а на 600. А тот на 2 киловатта и будет 300-400 выход на такой схеме. Единоразово. Ну там как получается? По времени длиннее получается. Вот что получается. Допустим, прошел час.
за этот час вышло, на этой системе вышло 120 ватт. Час примерно, да? А этот работал всего 6 минут. Так, десятую часть. То есть у него тут 184. Разделим на 10. 18, видите? А он всего 18 ватт. Или 20, ну где-то 20. То есть 120, то есть тратит 20 ватт за час, выходит 120, где-то так вот получается. Так как он сейчас работает всего 6 минут, вот за счет чего идет. Так что лучше, конечно, сейчас магнитный у меня, вы видели, бомба, красный, вот он. К ней надо второй, и эти самые, я заказал уже, муфты сюда. То есть один будет крутить, вот этот поменьше, а второй большей мощности заказал. Так. Либо просто большой, без этих. Ну, то есть еще, пока запчасти не пришли, вариантов много, будем все пробовать. Это один из вариантов. Тут еще вариантов 10 минимум всяких. Спасибо за внимание. Всем здоровья, удачи и успехов в труде и обороне.